Всем привет! Третья история сегодня у нас будет. Давайте сразу начнем. Я немножко подготовился. Мы в прошлый раз получили великолепного персонажа. К сожалению, я не успеваю ее прокачать. Да, она, в принципе, в третьей истории нам и не требуется. А что у нас будет сегодня? Сегодня у нас будет интересный момент. Мы это все скипаем. Это все обязательно скипаем. А вот здесь у нас будет вот такой составчик, такой. Я поставлю в любом случае Наташу. Эти ребята уже 75 уровня. Я вообще сомневаюсь, что смогу получить 60 тысяч, но бюджетная пачка должна все-таки как-то себя показать. Так, 1, 2, 3. Наташа. Сюда мы обязательно ставим вот такой состав. Это вот прям... Я даже не пробовал, имейте в виду, но... Я считаю, что это лучший вариант пока что. Здесь нам предлагают либо... Да, вот этот возьмем. В любом случае, мы не будем использовать третий скилл, потому что для бюджетной пачки это чревато, поэтому либо первый, либо второй. Но у нас неплохо было в прошлый раз с первым, да, когда мы будем применять ульту, мы оставляем. Здесь, скорее всего, мы тоже поменяем все. Это, к сожалению, не работает. Давайте попробуем вот так вот поставить. С первым скиллом поиграем. В принципе, все. Войти в историю. История начинается, ребят. Вау. Жесть, конечно. Что будет с 75 левелом, ребят? Это жутко сложно предугадать. Усиления никаких у этой пачки нету, к сожалению. Поэтому просто вырываемся и бьем. Ох, 60 тысяч или сколько? Ну, хотя бы, я не знаю. Ладно, поехали. Все на автомате делаем, все как и раньше. Поэтому пожелайте удачи. Я хочу максимально получить с этого. Я не знаю, сколько это будет. Так, напоминаю, что работает первый скилл. Это когда мы применяем ульту. На них накладывается раскол, по-моему, называется он, да? А, они будут биться, падать, взрываться. Да, вот они, типа, начали немножко. Тревожная ситуация. 3500, уже два цикла прошло. Ну да, я большего не ожидал, но, конечно же, это бюджетная пачка. Если я не наберу 3 звезды с ней, я в любом случае покажу вариант на втором аккаунте, как я это сделал и получил эти 3 звезды. Без этого никак. Видео-то будет все равно называться гайд и как получить 3 звезды, видите. Так, ладно. В любом случае, показать, как работает бюджетная пачка, это очень важно. Ну что, ладно, все, наговорились, поехали. Давайте узнаем, что у нас получается. 3 цикла остается. О, мы только прошли, даже не прошли еще первую волну, и это полное безумие. Не знаю, может быть, стоило бы поменять на второй скилл. Возможно, он сыграл бы лучше бы, но тут понимаете сами. Ладно, давайте завершим все это. В любом случае, у нас быстро циклы заканчиваются. Самое главное, посмотреть, на что способна будет вторая пачка. Я на нее больше всего делаю... Ставлю свои очки, если можно сказать так. 10 500, ребят. Это очень мало. Это, к сожалению, не дает нам возможности пройти даже по минималке в 30 тысяч. Хотя, я думаю, вторая пачка должна, в принципе, показать себя лучше. 12 тысяч всего лишь. Да ладно тебе. Максимум, что здесь я могу поменять... Да, в принципе, только скилл. Оу! Погодите, цыпленок принес нам... Очень радостные новости, я смотрю. Опа, пошла. Вот видите, Наташа, она использует свой скилл, но она, к сожалению, никак не... На них-то, не... в принципе, ничего не накладывается. Бесполезный скилл. Опа, подождите, может быть, двадцаточку он принесет нам все-таки, да? Двадцатка будет, нет? Ну, двадцаточку, пожалуйста. А, ну не, двадцатки не будет, потому что ничего не сработало. Но, тем не менее, 15900 у нас. Очень быстро все прошло. А, поехали. Ладно. Так, защиту поставим. Усиление у нас тут есть, поэтому не... Забываем использовать и поехали. Как же быстро прошел бой. 3 минуты он шел, что всего лишь. Ну, давайте получим хотя бы 30 тысяч. Так, эти ребята, по-моему, уже более агрессивные. Ну, конечно же, 75 уровень. Ведь все равно мы когда-нибудь в предел упремся в стеночку. Кстати, откуда? Мне казалось, что у нас больше циклов. Или становится с каждым разом все меньше. Что за безумие? Так, отлично. Вот! На что была ставка сделана, но эти ребята не используют, к сожалению, свою ульту, когда нужно. Герта, я на тебя сейчас... Давай, 20 тысяч есть. Не, ну 30 будет, по-моему, да? 30-очка будет, 100%. А вот больше не наберем, скорее всего, бюджетная пачка на этом закончится. Не, обидно, конечно. Ну давай, 22 тысячи, 23. Счетчик, конечно, как в рулетке, как будто меняется быстро все. Опа, ульта пошла. Этот по центру должен упасть, давно был, я не понимаю, почему так долго его пытаются убить. Змей какой-то.
Да, бюджетная пачка не принесет мне 3 звезды сегодня, конечно же. Но это было очевидно. Уровень врагов увеличивается, поэтому сложность, конечно же, становится просто какой-то нереальнейшей. Ладно, придется записать видео, как я прохожу уже не бюджетной пачкой. 30 тысяч мы все-таки набираем. Смотрите, счетчик очень хорошо пошел. Не, ну вторая пачка, она приносит неплохие плоды, согласитесь. Да уж. Но это максималочка, Ну 40 может быть хотя бы, бюджетной пачке 40. Одну звезду-то мы можем получить или нет, скажите мне, пожалуйста. Я безумно хочу на это посмотреть. 33 тысячи. Два цикла еще остается в запасе. Какой ужас. Это только вторая волна незавершенная. Ну давай хотя бы супи. Вот это все должно закончиться очень быстро и перейти на третью волну, да? Да, все, мы перешли в третью волну. У нас есть 35 тысяч. 40 тысяч у нас должно быть. У нас должно быть 40 тысяч. Бюджетная пачка на этом, в принципе, справилась, как я думаю. Да, да, ну конечно, давай. После этого взрыв должен быть. А, что так мало? Нифига себе. Этот... у нас даже не получается 40 тысяч взять. Да вы серьезно, что ли? Одолейте. Да как это одолеть-то? Вы посмотрите на него. Я просто в шоке от того, что вижу. Вот оно пошло немножко. Ну давай, ну хотя бы 40 тысяч. Ладно, давайте посмотрим, что было бы, если бы я взял бы второй, наверное, скилл. Третий брать уже здесь смысла нет, потому что мы их, по сути, не убиваем. А вот если взять второй и посмотреть по результату, это довольно интересно. Ладно, будет у нас две попытки. Эта попытка не завершится на... А, нет, она даже ничего не может сделать, да? А, ну да, даже 40 тысяч не набрали. Но, к сожалению, это вот максимум, да? То есть задание само мы прошли, потому что 30 тысяч мы набрали. Но, к сожалению, ребят, да, к сожалению, это печаль. Улучшить я ее, если мог бы, то незначительно, поэтому сильно это никак бы не сыграло. Но единственное, что я хотел бы попробовать, это пройти со вторым скиллом. На автомате, разумеется. Так, мы поменяли все. У меня остается всего лишь 3 персонажа бесплатных. Еще раз напоминаю, что если у вас был бы доктор Нрацу, возможно, у нас ничего не поменялось бы, да, кстати. Не, ну да, ничего не поменялось бы, я думаю. Потому что здесь в основном не мой урон, у этих двоих-то и... Так, не очень. Можно было поставить, конечно, сюда Даньхэна. Да нет, Даньхэн, наверное, тоже нехорошо бы сюда зашел бы. Ну, в принципе, ладно, что нам, поехали, посмотрим. Лучше я ничего не могу сделать. Поехали. Так, усиления, по-моему, здесь ни у кого нет, я помню, да? О, а ну-ка стоять. А если я вот так вот сделаю? Рок-н-ролл, конечно, поехали. На автомате. Ну что, это у нас работает все со вторым скиллом. То есть они сходят в бой и уже накладывают на себя этот дебаф. Не знаю, насколько... И то 80%, не всегда. Насколько это будет круто, но я не знаю. Если мы убивали бы их, я думаю... Что-то как-то слабо. Но мы сразу поймем, наверное, после первого боя. Наверное, первая пачка должна сколько принести? 15 тысяч хотя бы. 15 тысяч? Да вы серьезно, что ли? Да ну нет, это 5 тысяч всего лишь. Так, ну у нас было 15. Если мы не набираем до этого момента, то все, я думаю, тут смысла уже нет. Да ладно, даже Наташа вмешалась, потому что если бы ее не было, я чувствую, пачка давно бы упала, она не продержала уже полностью все эти циклы. А, да подождите, она сейчас упадет весь. Нет, не упадет, упадет, отлично, мы прошли же. Надо мне это еще не прошли. 8. Давай. Не, слушайте, они входят в битву и немного дают нам очки, смотрите. 80% решает. Да вообще это какой-то рандом, понимаете? 80%. А если я какой-нибудь моб не подхватил этот дебаф, то он может не взорваться и не причинить урон другим. Это, в принципе, ну, так себе, конечно. 12-800, заметьте. Но, в принципе... Да нет, разницы вообще, наверное, никакой не будет. Я сейчас посмотрю, как будет вторая пачка работать. В любом случае, возможно, вам тоже будет интересно. 13400. Я не помню, какая была у нас цифра, но, по-моему, в среднем около 15. Да, тут... Ой, да, есть! Мы перешагнули эту планку, это уже хорошо. Ну, хотя тут еще есть у нас... Давай, 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 немножко. Да, да. А почему я не использовал раньше это? Но 17 тысяч есть, ребят. Возможно, 40 мы сможем получить. Но это максимум, что я могу вытащить из этого, к сожалению. Слушайте, у нас будет еще четвертая история.
Вот, знаете, если в четвертой истории нам потребуется мнимый урон, и к этому моменту у нас... Все, да, 20 тысяч набрал. Ну, ладно тебе, серьезно. Ладно, усиление включаем. Это хоть немножко нам должно принести какой-то бонус. И запускаем этот автомат. 40 тысяч. Если, ну, смотрите, если первая пачка набрала 20, то я думаю, что и вторая точно минимум 20 должна набрать. То есть мы и пришли к выводу, что этот вариант будет все-таки намного лучше. Согласен. Ладно, хорошо. Придется вам показать, как моя на моем аккаунте на основном проходится все это на автомате. Возможно, 60 я смогу набрать. Да мне самому интересно, кстати. Все очень быстро меняется. Безумие какое-то. Дайте мне вот 40, я буду счастлив на самом деле. Но они, кстати, падают, неплохо вроде бы, да? Да нет, есть, я думаю, шанс. Есть шанс набрать 40 хотя бы. Одну звезду получить бюджетной пачкой — это неплохо. 23 тысячи. Не, ну для тех, кому, в принципе, просто надо пройти, и у кого не прокачаны персонажи, прям настолько... Ой, это жесть. 26, то 30 тысяч набрать, я думаю, это вполне нормально. Да, смотрите, 30 мы наберем, да? Да, вот они набрали 30 тысяч. Плюс у нас еще остается 2 цикла. Ну да, за 2 цикла получить еще десятку есть вероятность, да? Но все от удачи зависит. Да там же чуть-чуть не хватало мне в прошлый раз. Неужели в этот раз тоже не получится? Вот им здесь надо было поставить на самом деле первый скилл. То есть с первой пачкой второй, а здесь первый. Возможно, своими ультами, я думаю, могли бы хоть немножко результат лучше сделать. Да ну хватит. Почему две свиньи здесь в одной пачке? Ай, ладно, не набрали 40. А вот сейчас? Да, мы набрали 40. И это все Герта, ребята, это все Герта, смотрите. Ну тут, ладно, подождите, мы еще спешим, конечно. У нас тут последний цикл остается, если что. Есть, 40 есть. Ну все, я беру свои слова обратно. Можно было, в принципе, оставить эти скиллы, которые сейчас у нас есть. Ну что, на одну звезду мы получаем с бюджетной пачкой. Мы молодцы, конечно, но не настолько. Я предлагаю посмотреть, как получить 3 звезды, если у вас есть хорошие прокачанные персонажи, потому что получить 3 звезды от бюджетной пачкой, к сожалению, невозможно. Максимум получили, видите, 40... Ну ладно, плюс-минус, 42 тысячи. Чуть-чуть не хватило, но одна звезда. Да, конечно, не этого я ожидал. Хорошо, я понял. Давайте просто одним глазком посмотрим. Тут 85 уровень, офигеть. Я не знаю, что будет на бюджетной пачке здесь. Можем набрать 30 или нет. Ну а сейчас давайте узнаем, как получить 3 звезды, имея хороших персонажей. Ребят, ну такого, конечно же, я не ожидал. Я пытался пройти, и вы не представляете. Вот эти две великолепные пачки набрали всего лишь 40 тысяч. 40 тысяч очков на втором аккаунте. Это просто безумие. Использовал я, конечно же, извержение. Сейчас я попробую пройти это на воодушевлении. Может быть, результат будет иначе. И единственное, что я поменял здесь, состав небольшой. Короче, я просто в шоке, на самом деле, от того, что видел только что перед своими глазами. И понимаю, насколько все очень плохо. Надежды, конечно... Никакой нет на то, что я наберу 60 тысяч даже. Так, ну, давайте посмотрим, может быть, этот вариант будет лучше. Безумие, честное слово. Я даже комментировать ничего не хочу после того, что я увидел. Мне прям... Я не буду выкладывать ту часть, потому что она просто бесполезная. Я наблюдал, а потом на то смотрел просто, как они пытаются выбить бедные 40 тысяч. И я реально был просто в шоке. Может, я что-то неправильно делаю, конечно. Здесь сейчас у меня... Даже без хила ребята стоят, и они могут упасть в любой момент. В любой момент, реально. Без какой-то защиты. И все на урон влит. Я надеюсь, конечно, на лучшее. Напоминаю, что сейчас у нас, в принципе, используется... О, нет, это будет больно. Это будет безумно больно. Не, ну он, кстати, отхиливается нормально. Просто, когда я проходил вторую историю, к сожалению, он погиб.
это было печально. Под конец, но в любом случае погиб. Ну, вроде бы нормально, кстати, идет, смотрите. Этот скилл намного лучше, чем первый, который я выбирал. Второй скилл, напоминаю, это 80% вероятность того, что при входе в битву эти ребята получают баф, который взрывает всех, да? В принципе, он даже неплохо работает. Еще лучше работает, чем предыдущий, да. А может быть, в этом была причина? 12400. Я просто цифры назову, потому что первая попытка, это... Первая пачка набрала 20 тысяч. 20 тысяч, понимаете? При раскладе, что 4 цикла у нас есть, и они набирали реально 20-ку, а сейчас у нас уже 16 тысяч есть. В принципе, если она не погибнет раньше времени, потому что нет никакой защиты. Просто жесть! Ну ладно, я надеюсь, ребят. Даже если они наберут хотя бы 25 и погибнут все, это уже будет замечательно. Так. Отлично. Да, под конец, конечно же. На свинью. Надо было просто впихнуть ее. О, 20-ка есть, кстати. Смотрите, реально еще 2 цикла остается. Если они продержатся еще немножко, это было бы замечательно. Слушайте, но мне кажется, если честно, в ручном режиме ситуация была бы иначе. Но... Клара, пожалуйста, держись, я прошу тебя. 21 тысяча. Клара погибнет сейчас. Не, но хил ставить сюда, это минус одна позиция. В этом проблема была, смотрите, да. Клара погибла, но что я могу сделать? Но я думаю, что это лучший вариант. Это лучший вариант, чем поставить, например, Наташу в эту пачку. Ой, нет. Вельта, держись! Этот туда тоже за Кларой пошел, решил пойти за ней, да, поддержать ее. Ну, под конец-то, ну, не погибайте, прошу. Да, есть, немножко, побольше, еще урона, внесите. Генерал! Во, ульта генерала, отлично, под конец, все. А, уже не важно. 20 тысяч мы набирали первый раз, сейчас мы набрали 25, уже неплохо. Погодите, а, 0 циклов. Смотрите, неплохо. Я рад. Это 25, это лучше, чем 20, напоминаю. Ух, я, честное слово, сейчас даже не уверен, что смогу что-то сделать. Но, по крайней мере, здесь у меня есть хил, и я могу не переживать. Яньцинь у меня появился в команде, почти максимально прокачанный. Не знаю, как он решит сейчас эту ситуацию, потому что это было безумие. Чем у меня отличалась пачка от первого варианта? У меня вместо хилера стоял гепард, который это щит ставил. Ну, в принципе, тоже вариант, но я посчитал, что попробуем сыграть с ее ультой, которая восстанавливает энергию. Может быть, лучше будет. Ой... Не могу на это смотреть, ребят. Ну, честное слово, закрою просто глаза, наверное. И буду просто молчать. Это безумие какое-то. 30 тысяч набрали, это уже хорошо. Напоминаю, что у меня рекорд был 40 тысяч. Я не ожидал, что будет так сложно на самом деле. Когда я проходил бюджетной пачкой, я видел результаты, я надеялся на то, что на основном аккаунте мне удастся выбить 3 звезды, но это какое-то просто безумие. Ой, не могу. Какая волна идет? 2 из 3, да? То есть, есть вероятность, что я даже не смогу, наверное, 3 звезды забрать. Но нет. Ну, конечно. 40 тысяч мы наберем, да? Первая звезда, конечно. Первая звезда, 40 тысяч появляется. Ну, да, да. Представляете? Это сложность Хункая. Конечно, может быть, если у меня другие персонажи были бы, я бы их использовал. Но надо подумать, у меня нету квантового урона, кстати. Ну, по-моему, здесь он вообще бесполезен. Нету! Погодите, они только что на моих глазах взорвались. Дали мне надежду небольшую. Ну, давайте посмотрим, может быть, действительно... Давай, пожалуйста. 45 есть. Ну, живы, по крайней мере. А эти ребята что-то... А, что они пытаются сделать? У них какой-то... Давай! Вот, бонус-атака пошла от нашей дамочки, которая принесла нам 1500. Нет, я сейчас понимаю, что это невозможно. Безумие какое-то, честное слово. Может быть, эти ребята придут и будут взрываться, да? Они нифига не взрываются. Вы понимаете, это щит он поставил на них и просто издевается надо мной, а? Они же под щитом сейчас, да? Я правильно понимаю? Давай, 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 давай! 50 тысяч будет. Ну, даже 50 нет. Ну ладно, 50 есть. Ну, десяточку возьмете, пожалуйста. Это какой-то трэш. Я не могу смотреть на это, честно. Ё-моё! 10 тысяч за один ход, по-моему, невозможно это сделать, да, ребят? По-моему, это невозможно. Если это только чудо какое-нибудь. Не, ну вот этот вот тип, который ставит щиты, это полное безумие, если честно. Да, печальная ситуация. Но на самом деле, мне кажется, действительно, здесь надо поиграть с другими персонажами.
Может быть, есть более результативный вариант. Видите? Ну, почти 60, ладно. Офигеть! Что это было? Почему два толстяка здесь? Я не понял. Короче, мы набираем всего 53 тысячи. Это безумно мало, но это максимальный результат, который я получаю. Это смешно, реально смешно. Делитесь своими результатами. Я не знаю, как лучше сделать. Я не пробовал только третий, по-моему, скилл. И то я думаю, что, к сожалению, он будет не совсем удачным. Я не знаю, как они придумывают эту сложность. С учетом того, что у меня лучшие персонажи, пятизвездочные, и одеты они на максимум, прокачаны на максимум, по сути, они приносят мне не тот результат, который мне хотелось.